Здравствуйте, дорогие товарищи. Продолжаем играть в Atomic Heart. Что-то новенькое, да? Не слышал до сих пор. Ладно, но интересно. Так. Значит, мы здесь приземлились. Посмотрим на текстурки. Нам нужно попасть туда. Да. Там сохранялка, да. Это камера слежения. Посмотрим, что у нас есть вообще. Это камера здесь. У нас все, что-то есть в кустах. Окей. Надо, да. И там что-то есть, и человечек есть. Так. Дальше у нас есть здесь внизу. Господи, давайте здесь камера. Прямо под низом. Ага. А, там. Угу, окей. Что это такое? Камера тут, с этой стороны. Кстати, походу этот. Ага. Да, здесь были. Раз, два, три, четыре. Подождите. А вот здесь вот не были. Да, постреляли всех. Дальше. В какую сторону? А, вон там вот. Сбоку от всего этого дела. Да ладно, ни хрена все равно не запомню, но интересно посмотреть. Угу. Так, хорошо, как спуститься. О, опять эта блудница. Осторожно, внизу роботы. А я-то думал, это божьи коровы. Майор, оружие или способности? Что ты такая? Строгая госпожа. Я к тебе со всей лаской подошел, а ты ко мне. Складный разбор, посмотрим. Что-то разобрать? Нет, скорее надо забрать. Сюда. Одну сюда, другую туда. Патроны дополним. Дрин-дрин. Угу. Почти выдохлась. Ага. Какой пистолет? А, или типа оно использует одно и то же все вместе. А это электроштука, да? Разбор. Тан-тан-тан-тан-тан. Давайте.
давай это разберем. О! С вами приятно иметь дело, да. Авторизация. Майор. Майор. 66 персонаж. Рустик, слушай внимательно. Я тебе оставил посылочку с полезным для форцовщика. Погрузил спецящик в грузовой отсек вагона поезда. Как только он остановится на ВДНХ, система ящик отстрелит, чтобы никто ничего не заметил. Он будет лежать в кустах, если я все правильно рассчитал. Ты это не прояви, а? Там ценно. Что-то полезное тут есть, или это просто валяющиеся пропсы? Thank you.
Тут можно только один туда и сюда. Так, а если... Заперто. Как всегда. Храс, открывай. К сожалению. У меня нет функции отпирания дверей. Понятно, можешь не продолжать. Будем искать способ. Насколько, кстати, эффективно. О, валанчик. Отлично. Прощай. Так, что тут у нас? Прекрасное круглое озеро. Сад. Электроэнергия. Вы собираетесь отключить гриф? Но гриф не отвечает за открытие дверей ВДНХ. Мне нужна любая зацепка. Начну с грифа. Так, я где-то здесь, правильно? Привет. О, черный вовчик и... Ага. Лодочная станция. А, это я тут был уже. Так, это у нас... Ах, какие... знакомые. Угу. Крайне интересно. Так, технические проблемы. Полигон 6, полигон 1. Аж мне на полигон 1 нужно было. Это звучит довольно логично. Гриф. Гриф 06, интересно. Майор, пока мы тут, я бы предложил открыть дверь терминала. Он может нам пригодиться. Сам разберусь. Какого терминала? Может, что-то я не понял.
эту станет так много, что летальный исход неизбежен. Это я понял. Ядрить, Мондрич, что это было? Давайте я свалю немножечко. Ядрить, Мондрич! Что-то борзы стали сильно. Негоже самураю. Вован, отстань от меня. Дробовики делаю. Макаров хорошая штука. Отвалите. Не будет у вас здесь. И куда идти? Ты знаешь, я хочу посмотреть на полигон. Может быть, там что интересного бывает. Лучше.
Все хорошо, только. Пчела. Ага, жалится еще. Где там вход в этот комплекс может? Да, ныкаться по... Он один здесь где-то, граф гриф 03. Интересно, так. Так, окей. Там, значит. Так, инвентарь, что там у нас есть? Блин, ни хрена не осталось. Только бутылка водки. Что-то там. Да. Где мы? Запустил такой, а сейчас я тебе это самое все. Ага, сейчас. Где тут эти гребаные камеры были? Пардон. Надо свалить куда-то срочно. О. Отдых, отдых. Откройте мне отдых. Или не на этой карте. Еще где? Так. Полигон один. То есть по... Вот там где-то, да? Полигон один, да? Дверку откройте мне. Энергии маловато стало.
Непонятно. Непонятно это. А, блин. А вот теперь вдвоем на меня. Отвали, блин. От вас. Почему вы столь предупрежденно относитесь к товарищу Штокхаузену? Да потому что я не люблю подхалима. Он сначала по Берлину строим ходил, а теперь образцовым коммунистом стал. Вы несправедливы к нему. Товарищ Штокхаузен уже во времена Второй мировой был врачом и ученым, доктором медицинских наук. Да хватит его оправдывать, Крас. Не нравится он мне. Не за то, кем он был или не был. Он вечно попросту суетится и лижет зад начальству. Вот и все. Закрыли тебя. И он через окно я выпрыгнул из самолета, когда подбили. 6700 метров. Американец Никаут Мейд тоже на войне. 5486 метров. Алан Маги, пилот-бомбардировщик. Опять 6700 метров. Вы о чем? Что за имена? Люди и высота падения. Все выжили. Без парашютов. Я рухнул с Челомея какие-то жалкие 3500 и в лепешку. Как так вышло? С Челомея невозможно упасть. Возможно, если платформа резко даст разворот, а ты будешь настраивать барометр, стоя прямо на краю. Зачем же вы барометр? Да не один, а два. Поспорили с товарищем, что на Челомее атмосферное давление отличается от внешнего. Оба ж физики, теоретики. Ну зачем было лезть? Век учись. Иван Чисов, но я выпрыгнул из печи с прибой. Вы о чем? Что за... Люди, тихо. Сам не пойму. Пока падал вниз, был в панике. Орал и внезапно заработала мысль. Стала посылать эти имена и цифры. Я их много знаю. Больше двух десятков. Толку, правда, никакого. Я да. Не в списке. Век учись. Определенно. Чё за хатник? Блин. А можно мне такой же электроприбор? Вот очень симпатичная штука. Разное строение. По-моему, он точно так же стоял. Ну, легкая копипаста присутствует. Убисофтовщина. То есть это место вышек теперь, да? Калаш. Надо делать калаш. Надо делать калаш. Калачей, подумал Михаил Батькович. Бам-бам-бам-бам. Ну вот что мне с этим делать-то? Ну посмотрел я, что тут есть. Ну прикольно. До этого хатника надо пробовать. О, открыто.
Ага, вон там эта самая штучечка. Ничего интересного. Так, а эти шляются. Так, дальше. Дальше, что мы смотрели? Так. Там непонятно, что может быть. Но там вот что-то блестит подозрительно. О, и тут какие-то ящики. Ничего интересного. Вон там что-то блестит, но это за пределами нашей этой самой юрисдикции. Ящика можешь какой? Что за помещение? Столовка, что ли? Collage. Give me some collage. Это сюда. Это сюда. Это тоже сюда. Это сюда. Так, что-то с патронами у меня какая-то беда, да? Бам-бам-бам. С капсулями. Выйдешь куда-нибудь в поле такое, сядешь посмотреть, что происходит. Оно так раз и всех вас покоцало в никуда. Вот так вот. Дайте мне патроны, отдайте мне коня. Ракета для крепыша. Так, складоразбор, разбор. О, еще. Вот так вот. Так, теперь. 93 рожка уже. Точнее, 3, 12. 15, да? Мне пока такая большая не нужна. Вот создание. Ну что, теоретически теперь мне можно... А, ого, а что такое большой? Что такое большой? Ну так, естественным образом ограничили количество носимого лута. Ладно. Я возьму эту и возьму один. Ну как, не рожок. Как это обозвать?
так вот. Сделаем вот так вот. По красоте. Или почти по красоте. Динамо. Разобрать, может, надо что-то. Блин, сортировки нет нормальные. Я пока живу на маленьких и нормально, как бы не такой уж я жирный. Да. Извини. Ты не попала в струю. Что это у нас? Калаш, калаш, да? Посмотрим, что там. Штатный целик, кассетник, кассетный модуль. Интересно, дульный компенсатор. Ага, это интересно. Увеличивает точность. Берем. Берем скорость прицеливания дольно. Берем. Берем. Кассетник, магазин. Берем. Посмотреть тогда, что там у нас за. А что тут что-то можно улучшить? 10 нужно, тут 8 нужно. Я потерплю немножечко. Попробуем пожить с калящом. Золотой коллаж, да? Сохранение данных. Так. Что? Пусти меня. Даже как-то обидно. Что такое? Вам показалось, тут ничего нету. Показалось. Я регистрирую еще.
еще больше вражеских сигнатур, майор. Привязывайтесь в серьезный бой. Муха, отпусти. Ребята, я пойду-ка сохранюсь-ка. Так. Ах ты. Роботы-губы-то, блин. Ой, душевно полимеров. Чё-то я, блин, не моя. Давай, пускай будет. Майор, оружие? А, не-не-не, там. Там. Калаш, есть улучшение? Так. Может, уже что-то накопил. Кассетник. Пускай будет, блин, а то... Ладно, черт с ним. Слушай, надо было все-таки это... А, тут нету... Склада разбора, блин.
Дайте мне винтовку, отдайте мне коня. Да, верните это обратно. Сюда. Дробовиком ничего не случилось. Все. Жу я в ответ. Значит, нет. Связан. Все. Майор. Потому что что? Не надо наглеть. Так, где-то там тачка была. Которую я пропустил. Сканировать, посмотреть, что-то там. На что у тебя? Уязвимость к электричеству, да? В Москве. Только этот памятник возвели не простые рабочие, а роботы по эскизам скульптора. Подобная практика за последний год стала весьма популярной. Поехали. Если тебе так... Вам предстоит жаркая схватка. Противников все больше. Ах ты, сука. Еще один стукач стоит за спиной. Ах ты, бляха-муха. Бля, это полнится. Ладно. Майор Нечаев переходит к серьезной артиллерии. Это кабина
активность терминала Брита. Но в момент активации экстренного протокола система безопасности заблокировала двери кабины, чтобы исключить несанкционированный доступ. И что мне делать? Крас, почему удар шока проходит через полимерные сгустки, а через обычную воду не идет? Она что, дистиллированная тут везде? Вы демонстрируете прекрасное познание физики, товарищ майор. И вы могли бы быть правы, но нет, вода обычная. Шок – изолированное электричество, действующее лишь внутри облака дисперсионного полимера. Понятно. Работает только с менее плотными средами. Например, другими полимерами. Или электрическими полями. Тоже касается и других способностей перчатки. Например, стужи. Как масло в воде значит. Храни вас, Тесла моё. Чё делать надо? Отвали. Да, и что мне надо сделать? Да драли, блин. Что делать надо? Ой, ядрит Мадрид. Хренаськи. Не, это круто, конечно, бляха муха, а что делать-то? Терминал ретранслятора. А где этот гребаный терминал ретранслятора? О! Приятный музончик. Так, ничего. Добавлять. Ты опоздал на этот праздник жизни. Ретранслятор. Терминал. Что-то мне, блин, это вот не нравится, ретранслятора. Как это сделать? Где этот терминал ретранслятора? Вы что, издеваетесь, что ли, ребята? Ну, блин. Я это самое, со всей душой, а вы... Так, нам туда как бы не особо-то и нужно. Что ты хочешь от меня? А зеркала какие громадные. Для чего они? Зеркальные сборки освещают внутреннее помещение ВДНХ естественным светом, а также выполняют функцию солнечных батарей, питающих комплекс. Царство науки. Если бы не Петров, грандиозный праздник бы получился. Угу. Терминал безопасности. Окей. Чё сделать надо? Навигация, да, отдалить, приблизить. Так, я не понимаю, это... Я аки посоху.
Нам нужно сюда. А что нам тут нужно сделать? Откройте мне эту гребаную дверь. Я пропустил что-то или что? Блин, ребята, что за фигня? Там хотя бы дверка открылась. Ладно, я думаю, на этой печальной ноте, блин. Потому что... Ну как по-иному? Это что за херня? Чё вы хотите от меня? Вы утыкаете меня в пустую дверь. Как я должен разобраться, что нужно делать? Храс. Лор. Очень сильное разочарование на этом моменте. Доступ разрешен. Да, ладушки. Ладно, на этом мы закончим, дорогие товарищи. Вот это вот еще, вот этот вот баг с точкой от другого грифа меня тоже бесит немножко. И вот это вот непонятное... Непонятная скриптовая сценка, которую они тут разыграли, с которой непонятно, что делать. Как бы опустите гриф через терминал ретранслятор. Где этот? Какой ретранслятор? Куда? Вы меня ведете вот, собственно, на этот ретранслятор. А зайти я туда не могу. Что мне? Как мне? Может, вы говорили раньше, но я пропустил этот момент. В общем, да, очень много сильных эмоций по поводу целеполагания. Ладно, на этой доброй ноте, да, всем пока, спасибо, что смотрели, лайки, комменты, подписки, донаты, все, что в ваших силах. Увидимся в следующий раз в этой или в иной игре. Адьос, товарищи.